完成だ。Это конец. О, я льётта на сатан! Цыйни сайго но чмяку осаэта ка! Это сатана, с которым мы боролись. Нужно обезвредить последнюю подземную артерию. Токи ва кита! Тенью хуэро! Время пришло! Сио сагэбэ! Реви, небо, сотрясайся, земля! Идай нару сихайшану! Поздравляю с возрождением великого правителя. Зажжем сигнальный огонь. Сакура! Что случилось, Сакура? Держись! Сакура! Командир! Сакура! Сакура! Что случилось, Сакура? によって帝都は次々と破壊され過激団も歯が立たない。でも絶望してはいけないわ。次回桜大戦決戦命の限り大正桜にロマンの嵐戦って。大神さん、これが六波星光魔人か。Это шесть позиций демонов со звезд разрушителей. Вале ва Кронос Кай Соусуй Тенкай Тето ни икитоши икеру моно домо ё. Я командующий повелителей тьмы, Тенкай, жители столицы империи. Вы видели мою мощь?
Когда у меня будет сила, я очищу этот грязный город от западной крови. Кацтено Токугава Бакфу кацсасэру кото надо дзоусаму най. Мы не хотим воскрешения прежнего правительства Бакуфу. Тето ну аваре на шимин ни цу. Омае тачи ни нокосарета джикан ва ато 1 часа да. Я говорю это несчастным жителям столицы империи. Вам остался 1 час. Снавать! Гузен Юджи Мадени! Сейфа Кайсанси! К 4 часам ночи! Валени Ковка Сейл! Вы должны будете распустить правительство и передать мне власть. Сону Акаштуште! Титу Гинкуну Хуюки Хакухту! В доказательство своих намерений вы должны предоставить мне 1 000 000 йен и жизнь генерала Йонеды. Если вы не подчинитесь, столица империи будет уничтожена в один миг. Так, нам угрожают. Давайте не будем угрожать, обращать внимание на угрозы этого придурка. Жители столицы империи это самое главное. Что нам делать, президент? У нас еще есть 1 час, не будем терять надежду. Аракоджи Хакшаку. Йонеда Чужоно Лено. Тейкоку Кагекидан ва доу нару ка не? Граф Канакодзи, что скажете насчет генерала Юнеды и Кагекидан? Хай. Тадайма реннаку итасимашита. Нанто ситэмо куитометай. Я хочу это предотвратить во что бы то ни стало. Куитоме неба. Если этого не сделать, Япония не сможет вернуться к феодализму. Аями, каково состояние Сакуры? Я сразу же отправил ее в медицинский кабинет. Она пока еще не пришла в себя. Но она ведь по какой-то причине потеряла сознание. В любом случае, Агами, заходите внутрь. Сакура на кушетке? Без сознания. Она в таком состоянии с тех пор, как упала. Сакура, это я, Агами. Никогда не видел такого пустого выражения на лице Сакуры. Это я. Сакура, открой, пожалуйста, глаза. Посмотри на меня. Сакура. Скажи что-нибудь, ответь мне. Если лежать вот так, то можно простудиться. Это не очень хорошо. Поэтому быстрее открывай глаза, Сакура. Почему? Почему ты меня не замечаешь? В чем дело? Агами, куда вы идете? Присмотрите за Сакурой. Очень... Нет, какая неосмотрительность в такое-то время. Но... Ну вот, что тут говорить... Агами, куда это вы все время смотрите? Нет, я... На теле нет ни одной царапины. На ней не царапины. Почему же она лежит без сознания? Я не понимаю. Просто Сакура набирается сил. Несмотря на то, что она без сознания, что вы имеете в виду? Это просто предположение. Может быть, она от сильного шока вошла в состояние транса.
Что такое состояние транса? Это что-то вроде гипноза. Гипноза? Она получила прямой толчок энергии, которая была запечатана. Ее сознание находится в очень нестабильном состоянии. До тех пор, пока Сакура сама не откроет глаза, мы не можем ничего сделать. Не говори глупостей. Сакура, все в порядке? Братик, что с Сакурой? Сакурой все в порядке? Лейтенант, как состояние Сакуры? Рассказать всю правду. Сакура впала в состояние транса. Что? Что? Сакура. Что такое состояние транса? Ну, это... Это значит уснуть и не просыпаться. Бойцы, я беспокоюсь о Сакуре, но сейчас начнется совещание. Да, действительно, пойдемте в зал для совещаний. Столица империи в опасности, Сакура без сознания. Что же делать? Командир, все в порядке? Она не здорова, но и не мертва. Ответить с улыбкой на лице. Ха, все в порядке. Пока она в состоянии или-или, но не нужно падать духом. Лучше... Извините за мое беспокойство, Канна, все в порядке? Угу, честно говоря, я немного в растерянности. Повелитель тьмы наступает, Сакура в таком состоянии. Нет, я только хотел всех подбодрить, но наоборот, только разволновалась. Канна, Канне не идет. Тебе не идет унылое выражение лица, все в порядке. Спасибо, командир. Все уже собрались, кроме Сакуры. Он заявил, что требует мою жизнь. Ну и ладно. Комендант! Уходите, они подготовили нам мучительную смерть. Нет, не пущу. Комендант, один вы отсюда никуда не пойдете. Что? В Тенкай пойдет не комендант, а мы, отряд цветов. К тому же мы идем туда не искать смерти. Наша цель — свержение Тенкай. Чтобы защитить столицу империи, выходит отряд цветов. Агами. А полиция? А как же армия и флот? Забыли? Оружие армии и полиции не может противодействовать повелителю тьмы. Все, что оно может, это пугать мирных жителей. Нет, на этот раз, наверное, лучше сдаться. Противников слишком много. Ты сказала много? Сколько их? В столице империи у них 7 лагерей, в каждом около 1000 солдат. И они выступят одновременно. Таким образом, около 7000. Ерунда, я справлюсь со всеми. К тому же Сакуры нет. Что же нам делать, братик? Нельзя сдаваться. Нам нельзя сдаваться. Ведь если мы не выступим, то этого не сделает никто. Действительно, ситуация критическая. На этот раз самая трудная из всех. Но вспомните все, что было до этого. Критические ситуации случались и раньше, но мы всегда справлялись с ними, разве не так? Иногда были и промахи, иногда были сложности, но... Но мы обязательно побеждали. Если мы объединим свои силы, то победим и в этот раз. Ну, если так, если мы сдадимся, то потушим огонек надежды. Командир прав, нельзя колебаться, это последний и решающий бой. Нужно постараться, но сможет ли отряд цветов одолеть 7000? Мне жаль, но Сумере права, разница слишком велика. Если так, то в 4 часа мы все умрем?
Послушай, братик, ты ведь обязательно что-нибудь придумаешь. Айрис, Тенкай сказал, что столица Империи будет разрушена в 4 часа ночи. Осталось больше часа. Агами, что же нам делать, что же нам делать? А если напасть на главный штаб врага? Да, нужно напасть на главный штаб врага. Не обращайте внимания на его подручных. Сосредоточьте свое внимание на Тенкае. Этот магический лагерь в столице Империи наверняка дело рук Тенкае. Если так, то атаковав его... Понятно, нужно уничтожить магический лагерь в столице Империи. Поразив жизненно важную точку противника, мы одержим победу одним ударом. Это похоже на принципы карате. На самом деле у нас нет другого плана. Действительно, братик молодец. Но радоваться еще рано. Нам предстоит трудная задача выяснить, где находится главный штаб врага. Доверьтесь мне, ведь для этих случаев у нас есть паровой процессор. Он не может найти Тенкая, но он может зафиксировать силу, распределившуюся по столице Империи, и обозначить ее на карте. Отлично, давайте попробуем. Идем. Сбор в комнате, где стоит процессор. Ха-ха-ха. Вот так, Аяме. Ну, вам теперь можно доверять, и ему тоже. Скоро появятся и наши враги. Это очень подходящий случай. Ого, я долго не входила в эту комнату. Сразу видно, серьезный аппарат. Хорошо, теперь покажи нам на карте силу, появившуюся в столице Империи. Но паровой процессор может определить только мощность этой силы. То есть он не может определить, где Тенкай. Наверное, самая большая точка на карте и есть лагерь Тенкай. В любом случае, давайте посмотрим. Вас понял? Братик, что случилось, Айрис? Ты что-нибудь поняла? Айрис слишком маленькая, поэтому ничего не увидела. Братик, подними меня. А, вот, посмотри. Видно, Айрис? Да, спасибо. Хм, мне непонятно. Хватит, Сумире. Угу. Командир, что скажете? Появилась самая большая точка? Я думаю, что это и есть Тенкай. Эта сила принадлежит тому, кому подчиняется повелитель тьмы, Тенкай. Наконец-то мы нашли его, хорошо? Подождем. Покажитесь. Командир, оглушающий гром и кобук к наступлению готовы. Хорошо. Отряд цветов, выходим. Цель — главный штаб Тенкай.
что сейчас будет важный бой. Правда, я не уверен, что это действительно решающий бой. Сильно не уверен. Сумире? Вот здесь. Атмосфера здесь становится зловещей, в этом нет сомнения. Тупик. Гокуроудана, Кагеки-дан. Кагеки-дан, у вас неприятности. Это повелитель тьмы. Да, действительно, поблизости был Тенкай. У меня нет свободного времени, как у тебя. Где повелитель Тенкай? Оядана. Повелитель? Похоже, что вы не сделали выводов из происшествия в парке Оэно. Командир, нужно его захватить и заставить выдать нам местоположение Тенкай. Агами-кун, это ловушка, назад. Аями, ловушка? Черт, уходим назад. Ха-ха-ха-ха, трусы. Ого, ого. Черт, вот как, нас обманули. Это ужасно, как мы дошли до такого? Черт, врагов слишком много. Командир, что нам делать? Не разбрасывается жизнями. Если даже и сражаться с ними лоб в лоб, это не приблизит решающий момент. Срочно выставляйте здесь постовых и подождем удобного случая, чтобы сбежать. Да, командир, Атай и другим нельзя здесь умереть. Да, но сколько же мы еще продержимся? Если так будет продолжаться, то рано или поздно нас разгромят. Ситуация безвыходная. Что это? Вон там. Я не прощаю тех, кто причиняет боль моим друзьям. Сёгимару! Сакура, с тобой все в порядке? Я, конечно, немного опоздала, но идем в Сикудзи. Поздно ты пришла. Командир, бойцы, я поняла, где находится база повелителя тьмы. Идемте назад, пожалуйста. Точно? Объяснение потом. Нужно быстро прорвать линию фронта. Идем за мной. Отлично, бойцы, идем за Сакурой. Есть! Тенкай ка Кагеки-дан ка. Дочира га кацу мо йоши. Тенкай или Кагеки-дан, кто победит? Ну что, сейчас, я так понимаю, будет сложный бой? Сакура, здорово, ты пришла в сознание. Агами-сан, извините, что я опоздала. Ничего страшного, благодаря тебе мы спаслись от смерти. Едва успели. Сакура, эй, все, Сакура пришла, быстрее. Айрис, все, хватит. Здорово, Сакура, здорово, что отряд цветов снова в полном составе. Я и не думала, что Сакура может умереть. На самом деле, ты, наверное, просто отдыхала. Я постоянно о тебе беспокоилась. Но, Сакура, почему ты пришла в сознание? Ну, я увидела сон. Сон? Какой сон? Ну, это был милый, теплый, удивительный сон.
ここは… Здесь? 大好きな人を守りたいなら、立ち向かうことです。Когда защищаешь любимых людей, ты можешь сражаться с кем угодно. Любящее сердце справится с любыми трудностями. Защищать любовь означает драться изо всех сил. Враг находится у запечатанных ворот. Запечатанные ворота? Что, Сакура, что ты сказала? Да, запечатанные ворота. Ты что-то знаешь, комендант Юнеда? Угу. 5 лет назад состоялась битва под названием «Изгнание дьявола». Битва. Битва между страшными призраками и специальным отрядом имперской армии, сражающимся с силами зла. Вместе с нашим коллегой Сикудзи Кадзума мы входили в число воинов этого отряда. Кроме нас там был изобретатель Кобу и Сёгемару, Ямадзаки Синосуке. И присутствующая здесь Аяме Фудзия, особый отряд из 4 человек. Битва ради изгнания нечистой силы 5 лет назад. Это и есть изгнание дьявола. У нас, у бойцов особого отряда, было древнее заклинание. Мы заточили нечистую силу глубоко в землю под столицей империи. Мы пожертвовали многим, чтобы они не появились вновь. Изгнание дьявола. Агами, вы хотели меня о чем-то спросить? Что за древнее заклинание? Заклинание, которое мы использовали, лишало призраков их силы. Это было особое заклинание. Кто такой Кадзума Сигудзи? Ну... Он отец Сакуры. 5 лет назад, да, тогда папа получил серьезную травму. Кадзума Сигудзи, он был удивительным человеком, но он совершил недостойный поступок. Нет, у папы тоже была заветная мечта. Отряд, специализирующийся на силах зла? Что это за отряд? Это были бойцы, которые сражались с темными силами. Сражались мечами, потому что тогда еще не было Кобу. Это группа, из которой впоследствии образовался Кагекидан. Отец Сакуры тоже когда-то сражался с призраками. И у Сакуры, как бы это лучше сказать, удивительная судьба. Наверняка кровь победителя дьявола, которая течет в жилах Сакуры, напомнила ей, где находится главный вражеский штаб. Кровь победителя дьявола... Это наследие охотников за привидениями, дар, передающийся в семье Сикудзи. В Японии таких семей осталось немного. Свет, который излучала Сакура, когда была под землей, скорее всего, и есть та сила. Ворота, запирающие дьявола, которые почувствовала Сакура. Это запечатанная 5 лет назад земля, в этом нет сомнения. В таком случае, магический лагерь повелителя тьмы там, Нихонбаси. Нихонбаси? Да, Нихонбаси. На этот раз ошибки нет. Наконец-то будет настоящий бой. У меня уже руки чешутся. Это будет решающая битва. Если мы победим, то можно будет забыть о сражениях. Послушайте, все готовы? Агами, приказывайте отправляться. Отряд цветов, выступаем.
Отряд цветов театра Кагекидан приготовится к наступлению. Всем сесть в кобу, подготовиться к высадке. Есть! Как только сядете в кобу, ожидайте высадки. Есть, генерал Юнеда. Да, вывести Сёгимару. Цель — небо над Нихонбаси. Когда прибудем на место, выпустить в небо все кобу. Есть, право руля. Цель — небо над Нихонбаси. Подожди, повелитель тьмы. Подожди, Тенкай. Мы не отступим ни на шаг. Мы боремся со злом и восстанавливаем справедливость. Это Кагекидан. Продолжим в следующем части. Всем пока.